Более 6700 жителей Подмосковья приняли участие в опросе на портале «Добродел». Они предложили для оцифровки почти 1600 зеленых зон в городах региона. Это не только парки и скверы, но и площадки в жилых кварталах, которые жители хотели бы озеленить. Одинцовский округ стал одним из муниципалитетов, наиболее активно участвующих в опросе. Высказать свое мнение на «Доброделе» можно до 18 июля.